Вот, пожалуйста, вот тебе хороший пример. Кажется, игровая. Да, вы до нее час не тюхали. Два часа шли почти. Еще 4 доп. Задания, ну ладно. Так, это не наше задание. А, у нас есть ущелье руды. Ущелье руды — это бойня. Не, вот это давай точно сегодня. Что говорил, это еще один день. Так что завтра. Не хотелось бы затянуть. Полетели так обратно в убежище. Гади! Давай, я лети. Я телепортирую. Давай, 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 давай. О, новый квест появился. Какая неожиданность. Вообще нормальный. Понял? Это твоя вина. Секунду. Если ты подумаешь, ты поймешь, что это твоя вина. Понял, Гаттер? Тебе это врач говорит, без лицензии. Где тут мы там смотрели? Посмотри на этих птеродактилей, вот это курица. Иду, заработай. Никого не вижу. Вот, смотри, кура летает, смотри. Она летит быстрее, чем я умудряюсь реагировать. Нормально, вот смотри, какой зависший, давай. Бей по зависшим. Цыпа. Цыпа. Давай, медуз, ты сможешь, давай я даже ближе тебя подвезу. Да, ближе я не могу. И подвезу. Сделаю хуже. Прицел выше, подвес. Да ладно, подумаешь. Ты бы и так не попал. Попал. Ну, давай, давай, давай. Так, я... Ты стреляй, а я слезу. У меня обзора вообще никакого. Почему у тебя рука в два раза больше стала? А вторая стала пиздец маленькая. Гаттер, что с тобой происходит? Гаттер, что с твоей рукой? Это чумно. Да я смотрю это, да? Это не лак был какой-то? Гранада! Это не лак? Нет. Ульта типа новая? Та же самая. Только я наношу урона больше в разы. It's beautiful. Спасибо за деньгу, товарищ. Понятно. Metal!
Меня радует, что единственный врач в этой игре по совместительству еще и ученый Франкенштейн. Он такой: лечить людей недостаточно. Буду приделывать одних. Буду скрещивать одних тварей с другими. Это гораздо веселее. Да? Такой был план. Вообще-то отсылка к Франкенштейну была. Не, я понял, мне просто интересно, какой гениальный план был, когда он это придумал. Типа, я возьму одну очень опасную тварь из этого мира, приделаю к ней другую, и получится домашнее животное, да? Вот теперь Женова. Ой, давай я тебя подниму. Да стой ты! Ты ни в кого не попадешь, ты, ё-моё. Успокойся уже. Нам осталось убить чудовище доктора Зеда. Да. Доктор. Доктор чего, блядь? Доктор каких наук, блядь, расскажи мне. Филологических. Да, точно. Ладно, я поехал. Филолог грёбаный. Раков мы отскрачили. Хорошего вам настроения. Ты не охуел. Надо остатки добить, а то они расплодятся. Потом приедем еще раз убивать. Я даже не против, они много дают. А и куда нам надо идти, чтобы его их убить? Аэр, ты поедешь или нет? Да, ты видишь, я стрелял. Иридиевый мор. Надо раков было до конца добить, а то они могут расплодиться. И изнасиловать гатора в жопу. У меня зачастую складывается мнение, что у тебя какие-то проблемы. Я случайно вылез из машины, и вы решили у тебя не складывается впечатление. Там вообще в ущелье отмороженных. Давай к телепорту ближайшему. Медуза, верни нас назад, так будет проще. А там рядом нет телепорта. Есть. А как мы в убежище, по-твоему, оттуда телепортировались? Ладно, уже не надо, мы уже близко. Наверное. Айра, куда ты нас, блядь, привез? А, все, да я дорогу вспоминал, погоди. Дай дорогу вспомнить, заебал. Я тут редко бываю. Куда ты, блядь, к телепорту? Идите лесом, блядь, говорю же к телепорту. Так возвращать нас назад или нет? Да я уже у телепорта, нахуй ты... Ну а хули ты время тянешь? Активируй, блядь. Смотри на этого зазнавшегося молокососа. Ты не охуел там? Ебало завалить, блядь. Чепушило, чепуха, вот ты шлепок майонезный, блядь. Смотри, как заговорил со старшими. Куда, пиздюха? Вот куда. А почему у меня реинкарнация, как будто я умер? А ты умер. Ты ебнутый. Нет, ты умер. Ну давай так. Если была анимация возрождения после смерти, значит ты умер. Логично? Тебя логично. Тебя убила фура. Понял? Нет. Отлично, я тоже не понял. Мы смотрели это видео про тебя убила фура. Да. Это... Когда баба ехала на машине, на нее наехала тачка, блядь. И она кричала, визжала: «А, мама, меня фура убила!» Это с какого года этот мем? О, хуй его знает, блядь. Старый, блядь. Я так и понял. Вспоминая такое говно, ты все еще чувствуешь себя человеком? Конечно. Я тебе еще даже больше скажу. Когда я вспоминаю это говно, я сразу вспоминаю еще и фуру из Доты. В общем, здесь его нет. Убежище, ой, убежище где-то в другом месте. А что, сверху просто снег? Ну, наверняка. You found the Spyco! Gotta say, even for insane genetically engineered monstrosity, he's still pretty damn ugly.
чертовский, как он выглядит? Безобразно. Как самая красивая вещь, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Но вы его не увидите, потому что вы где-то в ебенях тусуетесь. У меня еще ёбнет здесь, блядь, и будет совсем кошерно. Когда мы его увидим? Сука. Я ты за так, него. Ты такой смешной, блядь, так хочешь тебе поебалу съездить. Все, не увидите вы его. Я лишил вас этого удовольствия. Как оно выглядит? Блядь, как паук с приделанным к ним человеком. Все, съебываю массу. $4 дали, нифига себе. О, все, посмотрим. Так, ну что, мы все это сделали. Куда нам там надо, кстати? Убежище обратно? Да. Понятно, отлично. 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 Да, все правильно понял. You goddamn right. Надо Зеда с кем-нибудь скрестить, чтобы тоже был интересный эксперимент. Как насчет со скутером? По-моему, получится отличная хуйня. И в первой части мы даже DLC выполняли на эту тему. Итак! То есть у нас, получается, остался один последний сюжетный квест и один дополнительный. Нет, не один последний, у нас дохуя еще последних сюжетных квестов. Вот мы сейчас выполнили, у нас два сюжетных еще осталось. Вот, этот, да. И еще какой-то. Попиздюхали. Я пойду покурю. Давай, мы пока перенесем и доедем. Я прослушал, что вы сказали? Переноси нас и поехали. А. А, нет, это не последняя локация. Вот это да! Кто бы мог подумать? Мы вернемся еще в начальную локацию первой части. Как неожиданно! И приятно! О, вот радиостанция. Там Барбилевер де Финиш. Была лестница, окей. Ну это правда вообще-то. Тебе там по лицу что ли надавал, я не понимаю? Да. Может прыгаешь, я тебя подниму? Подними. Ага, понятно. Я тебе поверил, а ты меня обманул. Да, ты перед тем, как прыгать, посмотри, куда ты прыгаешь для начала. Я тоже сдох, не переживай. Медуза, ты еще играешь или уже кончился? Кожа сказал, отойдет покурить. А. Видимо, вот этот я и не покурю. Хантер, отдохни. Какой интересный квест. Кто по мне стреляет? Ты мелкий говнюк. Я в сраку сейчас настреляю. Кто? Не ми меня, я не... Или встану. Давай обратно. Убежишь. Да вы охуели! Надо сначала аэро скинуть. Он, да, допустим, умирает, ничего страшного. Ну, я в лицо постреляю.
Доктор Зед сделал. Да ползу и откушу тебе ногу! Ты хотел сказать, откусить ее хуй? Нет. Ну конечно! Я вспомнил историю забавную. Да-да-да-да. Про откушенный хуй? Ага. Блять, Гетер. Рилли, спрыгивай. Переноси. Переноси, Медуза. Like I said, instead of punching, I prefer to keep my distance from the target. Да, теперь сюжетка. Жги! Сейчас, одну секунду. Да опять, что ли, ёпарас, это куда ты там умираешь? Я не умираю, я говорю, одну секунду. Я не знаю, это выражение его радует, когда заходишь в этот медицинский ларек. Кому нужна лицензия, когда у тебя есть стиль? Хе-хе-хе. Да. Я когда сшиваю людей, небось Зет говорит. Часто ты сшиваешь людей? Не, Зет небось говорит. Я когда сшиваю людей, вышиваю на них свои инициалы. Кстати, на тему сшивания людей. Я б тебя сшил. Точнее, рот тебе зашил. Я паркуюсь, как Человек-паук. О нет, смотри, лестницу сломали. Какой-то, мягко говоря, план говно. Я не участвую, я брезгую. А, ну мы начали цитировать интернов. Не интернов, а доктора Быкова. Во-первых, не, во-первых, был охуительный сериал первые два сезона, потом в говно превратился. Да ладно, я же ничего не говорю. Хотя на самом деле я сейчас их вот смотрел, старые серии по телеку. А я, кстати, начал телек снова смотреть. Я тебе говорю, первые два сезона огонь. Тому, чтобы посмотреть телевизор. Круто. Там, короче, этот... Вот, например, как Левин играет. Ну, короче, все вот эти вот долбоебы, они хуёво играют. Ты удивишься, Левин не играет, точнее, актер, который... Ну да, вот эти вот актеры, они очень хуёво играют, это видно прям, что все дешевое такое, блядь. Ну, я бы не сказал дешёвое. Ну, вот этот актёр этот. Не, мне из всех, если по списку их ставить, блядь, то лучше всех это Лобанов из интернов вот прям. Он переигрывает иногда, особенно но когда не, начинает он орать, наоборот, он вообще не... Он такой, какой нужно, он максимально тупой. Он просто... переигрывает с криками. Не знаю. Почему я не заметил? Нахуй. Вот Лобанов прям максимально тупой, как это надо. Блять, что за ваншоты, нахуй? Да, что-то тут странное происходит, мягко говоря. Вот. И гадор умер. Да ладно, ничего себе, выжил. Блять, сейчас умрет. Вот вторым идет этот как-то Романенко.
Левин идет третьим. Ну, из хуёво играет Романенко. Нет, бля, он у тебя сериал какая-то... хуёво играет, даже вот последний сезон и говно. У тебя какая-то такое. Странная оценка их игры, ты какой-то... Я смотрю и не я не понимаю, что ты имеешь в виду, понимаешь? Ты уточняй, где, например, он плохо там сыграл, где хорошо. Ну, правдоподобный персонаж. Ну как правдоподобный, блядь? Ну, в плане убедительный. А эти все неубедительные, они выглядят как тупые школьники, блядь, в институте. Я не знаю, меня больше всего... Да, блядь, ну долго ты у меня перед лицом вставать будешь. Пукови меня всегда вот именно как в этом, да, как персонажа. Вот эта наигранная картавость, конечно. Купитман очень хорошо играет. Блять, ты нормальный вообще. Я бы удивился, если бы ты сказал, что артист театра Демчик играет плохо. Главврач хуёво играет. Бля, Медуз, ты можешь хоть уточнять? Это вот эти фразы из серии «Я так, я автор, я так вижу». Что уточнять? У тебя объяснение, ты, да, знаешь, она плохо играет. Почему, блядь, плохо играет? Не знаю, я автор, блядь, я так вижу. Критик нахуй актерской игры или чё, блядь, чтоб тебе, блядь, терминами сейчас всякими нахуй. Чё, да терминами? Ты можешь мне базовым какими-то словами объяснить, почему плохо? Я не знаю базовых слов. У меня, блядь, базовый, блядь, инвентарь слов — это хуй, говно и муравей. А еще пидор. Да, понятно. Ну ладно. Не, просто говорю, я думал, там есть какое-то поставленное мнение, кроме «я автор, я так вижу». Оно есть, я тебе его озвучил, но пояснять я за него не буду. А-а-а, да, ну чё. Поясните мне. Меня, кстати, порадовало, что обосрал по факту всех актеров, кроме каких-то, знаешь, актеров, которые что-то в своей жизни добились. Меня вот это порадовало. Скажем так, про такого актера, который играет Быкова, лично я о нем, ну, как-то узнал вот из этого сериала. Что? То есть это было не потому, на что это что... влияет? Но другие актеры, блядь, ну, я не знаю, Лобанов вроде бы как его еще видно, блядь. Этот Романенко в рекламке, блядь, между интернами снимается. Левин, блядь, я не знаю, чем он сейчас занимается, блядь, потому что он, видимо, как актер не удался. Вот это, блядь, дура ебаная, блядь, самая первая тёлка тупая, как там ее зовут, я не помню уже, блядь. Конченая мразь, блядь, что персонаж говно, что актриса говно. Она тоже, по-моему, блядь, пропала. Мне будет куда-то очень интересно, когда Медуза немножко подрастет, вырастет из этого возраста, когда надо все хейтить. Что хейтить? Я все хейчу? Я хейчу, ну, только тебя, блядь, есть такое, знаешь, сериала. Нет, ты знаешь, у тебя есть такая привычка, фу, блядь, поддаваться чужому мнению и хейтить все подряд. Из-за этого ЕГЭ я должен постоянно после уроков, блядь, оставаться нахуй. Ёбаная Маривана у нас заебала, блядь. Блядь. Может, то есть поднимет меня? Что я его хейчу из-за этого, я даже тут, ну... Ну подними меня, я сейчас сдохну! Блядь, я сам сейчас сдохну! Пьете. Ребята, вы сейчас сдохнете. Да, мы сейчас сдохнем. Спасибо, Гатор. Ты сейчас сдохнешь. А что ты не понимаешь это? Не переживай, здесь реслка прям за поворотом. Не похуй, блядь, потому что я опять стал бесполезным на час игры, нахуй. Успокойся со своей анархией уже. Я просто хочу сказать, что ты гораздо будешь треснее как собеседник, если у тебя будет свое такое поставленное мнение, которое ты можешь там сказать людям. Поставленное мнение, я тебе говорю, нихуевое. Когда, знаешь, странно, когда тебя, просто странно, когда поставленное мнение просишь объяснить, человек тебе говорит, я не буду его пояснять. Как вот, я не тебе объяснить? Мне, блядь, сейчас пересмотреть первые два сезона интернов, блядь, и разобрать любое каждый момент. Мнение должно иметь какое-то объяснение. Я это говно смотрел, блядь, еще. Не, почему? Я вам говно не буду. Смотри, я вот это говно тоже смотрел, хер знает, как надо. Могу, например, тебе сказать, вот чисто, пожалуйста, ради примера, за Левина. Вот Левин играет достаточно посредственно. В чем это выражено? В качестве такого заумного врача туда-сюда, он очень, знаешь, так скажем, неумело оперирует термины. Вот когда я слышу, когда он
научные термины стреляет во всех и вся, такое ощущение, что он их по бумажке заучил, потому что он где-то прерывается, где-то неправильно ударение ставит, потому что вот не знает, что это, не знает, как этот термин на самом деле звучит, и это пиздец видно. Это хуёвая актерская игра, то, что он да, хуёво научные термины произносит, блядь. Да, это хуёвая актерская игра, если играть врача, блядь. Если играть врача заучку, который все знает, знает все экзамены чуть ли не на зубок. Так врачи и... заучки сами, блядь, запинаются постоянно. Дело не в том, что он запинается, дело в том, что по его игре видно, что он не знает. Вот и это диагноз, я который произнес. Я тебе говорю про то, как они эмоции нахуй показывают, а блядь. А это есть, блядь, как они себя в целом блядь, ведут, актерская игра, это не только этом. Красиво а орать мне, блядь, или, понимаешь, горько... Минус, что он термины хуёво минус актерская игра, блядь. Минус актерская игра, это не только красиво плакать и громко орать, чтоб ты знал. Это еще и убедить тебя, вот когда актер. Пэш. Вот для меня, пэш, это лучшая актерская игра, это когда актер с постной рожей так хорошо играет, что я эту постную рожу вообще не замечаю. Вот это актерская игра. А не то, как он выдает, блядь, не знаю, как он орет, там, не знаю, плачет или еще что-то. Смотрел фильм 7 SSD? Нет. Не смотрел. Про что фильм? Про пионерский лагерь. Нет, не смотрел. Про пионерский. Я в пионерский лагерь только ездил. Чехова, по-моему, ужастик типа. Не скажите, на него обзор делал. Я что-то вспоминаю, но так на скорость не скажу. По-моему, был фильм «Флэш». Я почти, вот обзоры, я почти все обзоры Евгена смотрел. Он называется «Сверхсоветским детям». Про группу, которая приехала снимать реалити-шоу «Советский лагерь заброшенный». Но типа, блядь, их заперли там нахуй и стали убивать. Ну как и чё? В ужастиках, слэшерах, таких говнюшках, всякие ловушки, хуюшки. Не-не, хорошо, и чё? Ну там он тоже снимается, и там он тоже очень хуёво играет. И там он, его хуёвая игра, блядь, проявляется. И не в том, что он научные термины хуёво произносит. По-моему, хуёвая игра, она воплощается именно в том, что ты не можешь играть персонажа своего, нет? Не в этом? Ну. Потому что вот у тебя персонаж. Я смотрю на этого персонажа. Я вот ну, не верю, что это... Ну там овощи ебаного хуёво играет. Я вот не верю, что этот персонаж вот тот, блядь, кого отыгрывает этот актер. Понимаешь? Я за это вот так и объясняет. Не нужно быть, как это называется, доктором филологических наук. Это он, как это, хороший пример. Помнишь эту смешную гифку, мем? Не гифка, а видео-мем, где врач такой, типа, привезли бабу, говорит, что, говорит, с ней? У нее, да. Это, родовые начались, да, эти, да, да. Беременности. Можешь рецитировать его полностью. Да-да, хуёво ей. Вот, пожалуйста, вот тебе хороший пример. Вот тебе как бы хороший пример хуёвой игры. Это все, это финал? Нет, конечно. Одна локация, а потом воин. Ну, может, все не успеем, давай попробуем. Вроде бы реально недолго осталось. Смотри, как пойдет эта локация с ареной. Какой ареной? Ты вроде говорил, что одна арена есть. Ну, да. Ну. Она сзади, мы ее, как ты сказал, ну ее нахуй, мы ее пропустим. Не-не-не, мы ее должны пройти. Ну, пройдем завтра. Не-не-не. Там, бади, бери, дофиш. Поехали. Эрит Бэдлендс. Ты о чем вообще?